готовы получить медаль. Конкретно в этом году нужно иметь все пятерки за 10 и за 11 класс. Раньше нужно было еще иметь красный аттестат за 9 класс. У меня есть и то, но в этом году критерии сделали не такими строгими. Вообще медаль достается довольно тяжело, приходится каждый год усердно работать, но в конце, мне кажется, цель оправдывает средства. Я лично поступаю, уже поступил в Москву, высшую школу экономики. На протяжении всех школьных лет стоит трудиться и упорно идти к своей цели. Если цель поставлена, то надо следовать и добиться ее в конечном итоге. Что дальше? Дальше поступление и высшее образование. Планирую медицинский факультет. Да, оставаться в Приднестровье. Дальше буду поступать в университет и добиваться успеха во всем. Если честно, еще не выбрал университет, но буду поступать на педагога физической культуры. Почему? Потому что я молдаванин. Я учусь в молдавском лицее. У меня все основной язык молдавский. Это потому что все это мое чувство, одновременно радостно. Почему так грустно? Наверное, потому что все это.